Supărați că nu au niciun răspuns de la lichidatorul Invest Privat Bank, adică de la Banca Națională a Moldovei, dar și pentru faptul că nu li se întorc banii, deponenții au venit după explicații. Astfel, în jurul orei 16, Banca Națională a Moldovei a fost asaltată de câteva sute de oameni, indignați de faptul că și-ar putea primi primele sume de bani abia peste o lună. Oamenii spun că au fost îndreptați să vină anume încoace de către oficiali de la guvern. Mulțimea revoltată a blocat circulația pe Bulevardul Renașterii. Президенту Республики Молдова, господину Воронину, премьеру, госпоже Гречаной от обманутых вкладчиков Инвестприватбанка. Заявление. Просим вас, президент Молдовы, господин Воронин и премьер Гречанную, а также Национальный банк Молдовы. Первый пункт. Вернуть нам, вкладчикам Инвестприватбанка, все деньги до копеечки, украденные руководством этого банка. В течение ближайших 3 недель за счет денег, которые имеются у Национального банка Молдовы. Второй пункт. Наложить арест на все движимое или недвижимое имущество Инвестприватбанка. Третье. Выставить на аукционную продажу все имущества Инвестприватбанка. Четвертый пункт. Дела на руководителей виновных в банкротстве Инвестприватбанка передавать прокуратуру. Пятый пункт. Все это постараться сделать до выборов 29.07.2009 года. Шестой пункт. Информировать своевременно нас, вкладчиков, и общественность об выполнении этих пунктов. Așa, bă, da, e deși ochi și face aici, este, dar nu.